черепачная крыша. Я его не далее, как 30 апреля снимал возле площади Свобода. На университете, я так понял, был какой-то конфликт, и скрипача на крыше перенесли с одной крыши, то есть вот с этой, на крышу над комплексом АВЭК возле стекляшки метро. И вот тебе на, ну то есть я его три дня назад снимал, 30 апреля я снимал эту скульптуру на метро Университет. Телепортация. Чудеса, да и только. Градусник 25 градусов. А по ощущениям 35. Так, вот это вот в таком ракурсе. Просто замечательно. То есть у нас одновременно и Ника, памятник независимости, ветер поднялся, и Покровский собор, еще раз напоминаю, 1689 года постройки. То есть в этот же год, я специально смотрел, в этот же год там в Польше, где-то в Варшаве, сожгли на костре какого-то еретика там, дворянина какого-то, за его атеистические или еретические суждения. А у нас тут уже каменные соборы стали, а там еще и еретиков жили. Просто потрясающе. Ну и дальше Благовещенский собор. То есть в достопримечательностях Харькова у нас три собора. Все они здесь. Благовещенский собор. Вон он, полосатенький. Самый крупный кафедральный собор Восточной Европы, между прочим. Покровский собор. И Успенский собор. Долгое время самое высокое здание. Да, по-моему, даже в Российской империи. 89 метров он там превышал какую-то там московскую лабудень. Что тут? А, истуканы. Истуканы меня повеселили тем, что у одного из них я как-то обнаружил вот в этом стаканчике, кто-то бросил ему туда денежку. Было довольно весело. Истуканы, я так понимаю, найдены на территории Харьковской области. То есть родные местные. Хотя по физиономиям не скажешь. Что, внешность не главное, правильно? Так, как мы теперь сманеврируем? Как мы теперь сманеврируем? Это у нас Ника. Ну, в шортах и в тапках мне как-то на территорию собора заходить не камильфо. Я хоть это и атеист, но людей обижать не хочется. Тогда сделаем так, сейчас пойдем снимем сковороду. Сковороду. Наш тоже харьковский философ, ну довольно известный вообще товарищ. Это, конечно, не сковорода, это просто по... Заметил, снял. На что глаз упал. Наметил, снял, на что глаз упал, стих. 1925, да?
Ну, много что в тот период было построено. Еще раз говорю, что в тот момент Харьков был столицей Украины. Вон он, Успенский собор, наш красавец. Но сейчас мы маленько в сторонку вильнем, ненадолго. Уже ракурс просто прекрасный. Так, обещанный сковорода. Ой, ну вон он, где он, вон он, вон он. Вон он, сковорода. Все, зафиксировали сковороду. И теперь поехали. Фонтанчик раз. Благовещенский собор два. И вон у нас на Холодной горе Азырянская церковь. Тоже красивая. И вид с нее открывается просто прекрасный. Ой, свежестью как тянет, хорошо, как жарко. Ну, 25 градусов, я же говорю, что-то похоже больше на 35. Нету ветра совсем практически. Вот он, наш красавец Успенский собор. Улица Университетская, кстати, одна из древнейших. Ну, это исторический центр Харькова. Тут все древнейшее. Так, Успенский собор, он тоже, кстати, там основан, не каменное здание. Деревянная еще церквушка на его месте в 1855, по-моему, году. 89 метров высота. Ни много, ни мало.